Всем привет! Вчера вышло новое обновление, добавился новый квест в игру, но я на своей волне делаю видео про, так сказать, нестандартный билд на Сарину. Не, то есть у меня уже есть одна Сарина с билдом на ульту, я специально для этого билда купил новую Сарину, нафармил платину, скрафтил ее, сделал билд, прополярил, вот сейчас вам показываю. Удалось этим билдом простоять соло на элитке до 10 волны. То есть это у нас, как видите, по хп это танк. Сотый уровень вообще не продамаживают. У нас идет отхил через ближку. И отыгрываю ДД я за счет спор. За счет накладывания спор у меня довольно высокая сила, неплохой радиус. Вот, в итоге удалось за счет этого, за счет спор простоять до 10 волны. Итак, по поводу билдов, что у нас. Во-первых, скажу, что использую специальную ближку, сделанную под Сарину. Это Никана Зо с луком Дайки. Отхиливает нас, плюс то, что мы танк, у нас еще отхил, мы очень живучи. Плюс это Зо, поэтому можем поставить мистик храбрости к Содии, который хилит нам ману за каждую тяжелую атаку. Поэтому билд используем гибридный, легкими атаками набиваем комбо и выпускаем мощный удар, тяжелую атаку, выпускаем всю мощь на какого-нибудь там жирного моба и заодно отхиливаем себе ману. И, в общем, постоянно мы в любой момент можем, в принципе, и отхилить, поэтому споры юзать можем постоянно, даже несмотря на то, что в билде очень низкая энергоэффективность. Так, и, собственно, сам билд на Сарин, как сказал, энергоэффективность за счет отхила ближки, споры можем юзать постоянно. Можем даже накопить на ульту, и ульта будет очень мощной. Собственно, по билду тут высокая живучесть, умбра моды, умбра форма. Остальные моды это радиус, конечно, небольшой, но более-менее. И высокая, и очень много силы. В общем-то, споры будут дамажить очень хорошо, распространяться довольно большое расстояние. Мистический страж, мистическая благодать. И по возможности, если есть, конечно. Стальной натиск, чтоб все влезло. И сюда можете экзосвод пропалярить еще от предвестника. Когда у нас будет тут сколько получается. Ну, в общем, сюда можете его мод ставить, какой хотите. Как вам понравилось больше. В общем-то, с такой живучестью, с таким дамагом можно стоять не только на выживании, можно стоять на обороне на высоких уровнях, например, на арбитраже, на обороне, да, то есть там обычная Сарина может отлететь очень легко, а такая будет жить, может быть, не так много дамажить, но дамажить будет нормально, в принципе. То есть у нас такой танковый ДД получается через ближку. Вот, в принципе, это все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вот еще видео.